Более 60 произведений живописи и графики, выполненных в жанрах пейзаж, натюрморт, портрет, сюжетная картина, а также графические листы, выполненные в технике акварель, тушь и перо. В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия в Акмисджите открылась выставка четырех молодых художников, вызвавшая восторженные реакции гостей. В их работах мне понравилось то, что они подходят к своим произведениям немножко по-другому. У них у всех, если посмотреть, то присутствует декоративность. Это очень интересно. Почему? Потому что это по их работам можно судить, в каком состоянии душевном исполнялись эти работы. Чувствуется присутствие эмоциональности, чувство такое возвышенное. Автор этой необычной картины – Эльзара Сейдаметова. Работа называется «Временное пространство народа». Она погружает в старину и в то же время напоминает о том, как меняется все с течением времени. На выставке художница представила живопись и графику. В работах преобладают крымские пейзажи, также наши родные крымско-татарские мотивы с помощью определенных символов и образов. Картины, которые представила художница Аделина Баева, объединены общей идеей и цветом. Это цвет солнца. Я в каждой работе передаю свои эмоции и люблю изображать Крым наш. Вот представлена работа, допустим, даже вот это вечернее Айпетри, оно тоже освещено вечерним солнцем. Вот, и в каждой работе, вот, в общем, эта выставка объединена солнцем. Ленур Велиляев представил 10 картин, написанных в этом году. Каждая из полотен имеет свою историю и настроение. Я человек в целом жизнелюбивый, жизнерадостный, поэтому стараюсь, не то чтобы стараюсь, а больше тяготею, наверное, к каким-то ярким, прозрачным цветам, краскам, к воздуху, чтобы в работе было пространство, воздух, свет. Внимание привлекли и работы скромного, но очень талантливого художника Ризы Абдуджамилева. Здесь он представил как картины с изображением старинного Карасув-базара, так и графические листы. Посетить выставку можно в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия в течение 2 месяцев.